Лос-Анджелес. Крупнейшая в мире выставка Electronic Entertainment Expo. Здесь в 19-й раз собрались монстры игровой индустрии. Среди флагманов и компания Wargaming, которой тоже есть чем удивить. На пресс-конференции Microsoft глава компании Wargaming Виктор Кислый объявил о скором выходе World of Tanks на платформе Xbox 360. Кроме того, была доступна рабочая версия игры, с которой мог познакомиться каждый желающий. Игровые зоны были как на стенде Wargaming, так и на стенде компании Microsoft. Не менее важным событием стало объявление даты начала открытого бета-теста World of Warplanes. Начать играть можно будет уже в начале июля. ОБТ продлится некоторое время, после чего проект перейдет в релиз. Ну а на самой выставке посетители могли попробовать пред-ОБТ-версию. По оценкам игроков и прессы, World of Warplanes уже становится достойной частью мира Wargaming. Также на стенде Wargaming все три дня выставки шел закрытый показ World of Warships. Поскольку игра еще на ранней стадии разработки, увидеть ее смогли только представители прессы. Работа над проектом идет полным ходом, и с каждым днем World of Warships становится еще лучше.